Взявшись за новый проект, ты полон энергии и решительности. Ты можешь не спать ночами, работая над деталями. Но результат не приходит с первой попытки. Поэтому многие сдаются и не доходят до конца. Даже если кажется, что все совсем плохо, нужно идти дальше. Только упорный труд рождает вдохновение. Не стоит думать, что вдохновение только для творческих людей. Без него даже гвозди забиваются криво. Я продолжаю работать над своим проектом, потому что я знаю, что я все смогу, а ты —